Коллеги, вновь в эфире ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут и какую компанию представляете. Здравствуйте, меня зовут Виктория Дыбань, я представляю Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария». Мы занимаемся производством рыбных консервов из речных видов рыб. Работаем на рынке уже более 20 лет. Сотрудничаем с крупными компаниями, такими как торговая сеть «Лента», торговая сеть «Маяк». Также занимаемся экспортом продукции. Интересно. Расскажите про рыбу, где сырье, она везется откуда-то далеко и где-то вылавливается где-то недалеко от вас. Мы сами занимаемся добычей рыбы в своем регионе, да, то есть как бы непосредственно город Нижневартовск находится на реке Обь, и, соответственно, вся рыба добывается из этой реки. Это такие виды рыб, как карась, окунь, щука, ясь знаменитый. Вот. И, соответственно, всю эту свежую рыбу мы укладываем уже в консервные банки. Расскажите немножко про производство, как все это происходит, ручной труд, конвейеры, нам всем очень интересно. У нас очень много оборудования, то есть как бы все оборудование довольно-таки современное, большие автоклавы, и, соответственно, как бы все делается с помощью машин, с помощью оборудования. То есть ручной труд, он как бы минимальный, именно при разделке сырья. Расскажите, на выставке обычно принято удивлять и привозят какие-то топовые новые продукты, либо наоборот берут то, что уже полюбилось пользователю, и оборачивают какую-то новую упаковку. Чем вы нас будете удивлять в этом году? Смотрите, мы привезли на выставку новую продукцию. Мы выпустили ее в 2019 году. К сожалению, после этого выставок не было, потому как началась пандемия. Это ясь, обжаренная в томатном соусе с вином и черносливом. То есть это наша премиальная продукция. Цена на такую баночку 85 рублей. То есть она, в принципе, как бы доступна, но относится к премиальной линейке. Здесь идет только натуральные продукты, свежевыловленный ясь крупный, немножко вина, томатный соус, у нас иранская томатная паста и, соответственно, чернослив. Рекомендую попробовать. С большим удовольствием. Вы уже представлены в наших ритейлах федеральных, крупно, получается, любой человек уже, в принципе, может вашу продукцию найти. И ваше задание вот на нашей выставке – расширить еще свою зону влияния. Да? Как уже проходит ваша выставка? Уже были какие-то у вас контракты? Были уже какие-то переговоры по поводу развития? Мы познакомились тут со многими компаниями, наладили уже деловое общение. Плюс встретились со своими партнерами из Сербии, куда мы сейчас на данный момент делаем поставку продукции. Встретились с партнерами из Казахстана, также которым мы отвозим большие, делаем большие поставки. Плюс, соответственно, мы представлены в торговой сети «Лента», торговая сеть «Маяк» по Уральскому федеральному округу и, соответственно, по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, где мы находимся. То есть также делаем поставку своей продукции по всей России, и нашу продукцию уже многие узнают, подходят покупатели и говорят: да, мы вас знаем, нам очень нравится ваша продукция, мы как бы в принципе очень довольны этой выставкой. Ну, осталось только пожелать увидеть вас в следующем году на нашей выставке с новым каким-то революционным продуктом. И спасибо, что пришли к нам, и спасибо за такой прекрасный продукт. Спасибо вам большое за это интервью и за представление нашей продукции.